Пять лет назад, в 2012 году, сильный ветер повредил троллейбусные линии и столбы в районе маяка. С тех пор маршрут не функционирует. Сроки его запуска назывались не раз, но они постоянно переносились. В прошлом году правительством страны было принято решение провести тендер на ремонт данного участка. Частное предприятие, выигравшее конкурс, провело работы по замене столбов и линий на участке от центрального рынка до 12-й средней школы. На данный момент сотрудники троллейбусного управления проводят завершающие работы. Планируется, что уже в конце этого месяца пассажирский транспорт начнет свой маршрут по данному направлению. Директор троллейбусного управления Юрий Барганджи отметил, что работы здесь ведут опытные специалисты. Провели немало работы, честно говоря. Пришлось много чего поправить, исправить, изменить. Это место, угол проспект Мира имама Шамиля. Начиная отсюда до 12-й школы, и с 12-й школы до начала стадиона центрального нашего, линия полностью готова. Осталось нам с угла стадиона до имама Шамиля еще протянуть линию. Кроме ремонта линий и столбов, нужно привести в порядок и тяговые подстанции, которые с 1968 года не ремонтировались. После окончания работ по наладке троллейбусных линий, которые планируется завершить к началу июля, сотрудники управления приступят к ремонту тяговой подстанции номер 4, которая относится к этому же участку. Саид Джарсалия, Эльдар Дамиров, Абхазское телевидение.